दस्तूर खुद्द महाराष्ट्राची अस्सल मराठी कला आहे. वेळ खर्च जागा कमी, फायदा मात्र अमाप आहे. मोठं मैदान तर सोडूनच द्या, फार कपड्यांचीही गरज नाही. देवा शपथ खरं सांगतो, मलखांबाला पर्याय नाही. Индия подарила миру много жемчужин. Концепцию нуля, мать всех языков, санскрит, первый университет в мире, такшашилу, пластическую хирургию, йогу и многое другое. Но одна жемчужина, о которой немногие слышали, это Малахамб. Удивительный подарок культуры Индии всему миру. Малла — это борец, кхамб — это шест. Изначально использовавшийся для единоборств, но теперь это самодостаточный спорт. Он берет свое начало в Махараштре 200 лет тому назад, созданный Баламом Баддада. Но во время британского правления в атмосфере западной культуры Малахам чуть было не исчез вовсе. Я стал изучать Малахам, когда мне было всего 3 годика. И моим учителем был П.Л. Кара Гуруджи из Шри Самартхи, Уэмандар Дада Бомбейский. И очень быстро все это превратилось в такую страсть, что даже перед своей свадьбой с утречка я практиканул. Я стал преподавать Малахамб детям, и через несколько лет уже были видны результаты моей деятельности. Более сотни моих учеников стали показывать себя блестяще на различных национальных чемпионатах. Я руководил показательными воркшопами почти в каждом округе Махараштры и в 29 штатах Индии. Я разработал литературу, организовал соревнования, добился признания Малахамба правительством Индии и Индийской олимпийской ассоциации. Был учрежден международный орган. А сегодня уже образуются федерации в Германии, США и многие другие уже на очереди. Малахамб расправил свои крылья. Спасибо. За последние 1/4 века более 1500 иностранцев из 52 стран изучили Малахамб. Тому или иному спорту свойственен свой язык, в зависимости от места происхождения. И я решил обучать своих учеников, иностранцев, оригинальным словам из маратхи. Например, Сади Ури, Бани Гуру Джипакат, Ханди и так далее. Более того, они заканчивают каждую практику традиционным намасте и джай хим. Поверьте, каждый находящийся в этом зале может освоить Малахамб. Препятствий нет, будь то возраст, пол, вес и так далее. Малахамб можно практиковать везде и может практиковать каждый, начиная от 5-летнего ребенка и заканчивая 85-летней старухой или даже слепыми. Встречайте Комаль Патель из Камла Мехта Дада школы для слепых и Сумас Гившип из школы для слепых Викториус. Эти ребята превзошли трудности своего недуга и бросили вызов своей социальной стигме. И они здесь не просто выпендриваются на канате. Они задают вам тем самым вопрос: если я это смог, то почему ты до сих пор сидишь на диване?
месседж, который они нам посылают, не в сострадании мы нуждаемся, а в новых возможностях. А для них выступать здесь – самая большая возможность. Да. Четкость, безукоризненность, баланс и гармония. Спасибо. Часто они признательны мне за то, что я учу их малахам, но в реальности это я, кто благодарен им за ту возможность понять, как это делать еще лучше. В процессе я вербализовывал каждое действие точным словом. И в их доверительном подчинении мне они дошли до безупречного перформанса. Я рос как учитель. И в самом процессе я замечаю, как улучшается здоровье, повышается выносливость и физика. И это самая лучшая награда из наград. Во многих видах спорта, играх, мы видим множество приспособлений для разных частей тела. Здесь же всего один канат или один шест, и каждая часть тела здесь получает максимальную и правильную нагрузку в минимальный отрезок времени. Все это улучшает все те способности, которые необходимы в различных видах спорта. Сила, концентрация, баланс. Если коротко, то когда вы практикуете малахам, это как заниматься самым крутым спортом практически за даром. Малахам — это смесь из нашего древнего вида боевого и сценического искусства вкупе с соревновательным спортом. Встречайте Саграни, чемпион Индии по перформансу на шесте. Просовывает ногу между руками. Стремительные и проворные движения. От кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук. Обостренное чувство баланса, концентрация и храбрость. Он сидит на самой верхушке шеста, высотой в 3 метра, диаметр которого почти 3 сантиметра, да еще и с ногой за плечом. Эйка Падашивасана. Упс, страховка не подвела. И... плечевая планка, сущая сила. И великолепный пальцевой баланс бросает вызов гравитации. С завершением фигурой обезьянья хватка и соскок. А вот еще встречайте чемпионка Адити Каленберга. Карабканье с широко раздвинутыми ногами. Подмасана на одной руке и красивейший прогиб назад. Адити держится всего одной коленкой. Это как рисовать телом, словно кистью на воздушном полотне.
Многие спросят, почему Малахамба нет в Олимпийских играх? Вы будете удивлены, но Малахамба нет даже среди наших национальных игр или женского спорта. Нам еще многое предстоит пройти до всеобщего признания, но начало уже многообещающее. И я просто счастлив от того, что все больше людей забираются на шест. А вот этого вы точно не знали. Малахам является самым быстро развивающимся спортом в мире. И знаете, еще один факт. За долгое время лишь одно слово добавили в Оксфордский словарь. 7 лет назад. И это слово было «Малахам». С вами Вивекананда. Как ты справедливо заметил, сила – это жизнь, а слабость – это смерть. Малахам придает вашему сознанию крепкость, вашей физике, силу и улучшает сопротивляемость болезням. Я убежден, что распространение Малахамба сделает Индию еще более здоровой и сильной. И, конечно же, весь мир тоже. Это потенциальная мягкая сила Индии. Позвольте мне поделиться с вами молитвой, которую я написал, и под которую мои ученики сейчас устроят пирамидальный перформанс на шесте и на канате. Это лучший пример командного духа и слаженности. Приветственная поза в традиционной манере. Джай Джай Джи Маллакамба Аюр Балдата Дханья Самскрути Ракшака Самаста Кхела Пита Джай Дева Джай Дева Гуру Балам Бхаттарада Пратама Абхивьякта Малла Юдха Кула Дипака Дайви Узгата Джай Дева Джай Дева Шарира Свастя Сударака Крида Каушалата Манаранджака Упачарака Альпа Векшамата Джай Дева Джай Дева Рама Рахима Ешу Ганабудасика Пададалита Сакала Прасанна Варде Мангара Джагатрата Джая Дева Джай Дева. Ек сат, намасте. Ек, дун, тин, чар. Кавайт, висар, джан. Спасибо.